Ты, Антон, 110. Оля, 120. Активный. Олег, 110. Я моральный. Ира, пока 50. И Артем, пока 40. Там ничего морального нет, я ничего морального не укладываю. А, ты об этом? Сложное. Загадочное. Словосочетание, два слова, 30 баллов. Можно. Значение понятно, точно? Да. Главное, сам смеется. Группа. Команда.
отшельник. Да. Рак отшельник. Спойлер какой-то пошел. Потому что не краб, если про видео рак. Точно. Олег решил мне начать не с первой части слова, а со второй. Интригу сохранил. Самое большое. После рака было бы легче отшельник. В общем, да. Сейчас. Рак изгой. Подожди, пока не показываешь, что Олег. Человек, который бомбу изобрел.
Сейчас интересно, какие у Ира сейчас мысли в голове. Это появление какой-то мысли, прям новой, прорывной идеи. Опыт. Выход. Есть эксперимент. И экстравагантный. Вообще. Земля. Это необычно. Ракета прилетела. Космос. А что мне в конце? Я же думала, что... Падает звезда. Комета какая-то. Вспышка. Озарение. Вспыхнул. Вспыхнул. Зарождение. Вспышка. Вспыхнул. Вот это. Особое такое. Вспомнение. Вспомнить. Орел. Вспомнил. Вспышка звезды. Лапочки там зажимают. Ну как это? Вспомнил, подумал, придумал. Ну только либо Эрика, либо Йопта. А, да, в будущем. Когда Йопта еще не было. Была. Большой взрыв. Одно слово. Да. Земля, да? Планета. Все равно холодно, вы не поверите, но все равно холодно. А значит, одно слово. Ир, я же вообще могу. Все электрика. Мы тут уже целую историю посмотрели. Капает что-то. О! Чтобы ты не упускал свой шанс прекрасно. Да ладно. Нет, ну,
твоей версии. Настолько в себя не верит. Олег ушел, все, нормально. Пропал. Видишь, на самом деле, да. Артем готов? Я готов. Уходи. Одно слово имя существительное нарицательное 20 баллов. Ледокол. Карма. Пауза. Буш. Отлипье. Шлюз. Да. Шлюз. Пока ты говорил. А вот теперь две роли опять сравнялись. По 170 у вас. Трость надо было, трость. Да, трость.
дипломе полевого медсестра. Медбрата нет такого. Реально нет такого медбрата. Миша, медсестра. Медсестра. Я тоже медсестра в дипломе. По среднему профессиональному образованию. Приходит Олег и говорит, я ваша медсестра. Такой костюм. Я ваша медсестра. Крестик. По глазке, в моем поверхности. Но главное, что не кончит. Я в своих шортах, я ваша медсестра. На самокате. Не, ее не стало. Я ваша Малибу. А, просто. Да, опять. Один балл. Ты не знала про нее, так тоже прошло. Ну, я не знала, как там показалось. Знаешь, что есть? 15 баллов, два слова. Поехали. И на собственный продолжаем. Картина. Картина. Пикассо. Художник. Черный квадрат. Экскурсовод. Экскурсовод? Смешно. Петросян. Как это связано с картиной? Телевизор. Да. Камеди Клаб! Поехали! По-моему, да? Хорошо. Там Бог занят? Ну, в смысле, вы как-то... Мы вместе построили, чтобы свободно было. Оля, молчи! Молчи! А, да. Вот это у меня не я так, знаешь, хочу. А, ты Коля репетируешь. Я сейчас быстро сдам. Уже не собственными. Вообще-то Ира я спала, она закажет картошку, и сейчас все будет. Значит, все было. Я заказал деревенский, это не то. Ну я вижу, вот еда. Мне кажется, после электрификации у меня силы кончились. Блин, ну это правда. Это был первый, по-моему, вечер. Очень издалека. Заметил. Если сейчас ты, Оля, угадаешь Оле, то ты вырвешься вперед. Давай. Так что играй, играй на всех остальных. Мне выйти. Да нет, я Камеди Клаб зачитал? Да. Сначала слово покажи. Мне Камеди Клаб. А, за тобой? Да. Значит, я еще не зачитал. Тогда ты уже вырвалась. Вот я и у тебя 185 баллов. Да. Я спрошу на эскейп сайт. Я прям сейчас третьего уже сниму. Еще больше. Как выпало? Лотерея. Выкройка. Имена собственные. Выкройка. Название лотерея. Выкройка это какая-нибудь там известный дизайнер. И на выкройку. Персона. 25 баллов. Персона. 25 баллов. Поехали. Принимается как одно слово, так и два. Профессия. Художник. Телевизор. Политик. Ведущий. Путин. Актер. Жириновский. Актер. Американский. Российский. Наш. Российский. Ага. Совет. Наш актер. Советский. Или наш современный. Современный. Да. Мужчина, женщина. Мужчина. Без рук. Да. Кстати, я про него думал еще вначале. А что не думал? Ну я как-то думал, может, не этот самый. Тогда его засчитаем. Не-не-не, не надо. Без рук. А как я могу прочитать? Не-не-не, я его засчитаю. Вы еще скиньтесь, да? Сначала сказать человеку, а потом записать балл. Потому что реально очень долго это все. Можно. Просто главное, чтобы он не начал показывать. Ничего страшного не будет. Можно было показать руку. Мы все равно все смотрим. Мы просто ждем показать. Если бы он написал по конец, то бы не отгадали. Ну, смотрим, это же мучение. Нам не сложно. Это человек. Интересно. Человек, да? Человек. Это название человека. Бабуш. Вообще. Миллионер? Какой человек миллионер? Да!
Кто хочет стать миллионером? А после Олега кто показывает? Ира. Ира. Давай, это, поседление что-то покажу. Электрификация. Очень старая. Вдруг будет электрифицировать миллионер. Значит, кто угадал миллионера? Антон. Сашка просто. Тебе сказали? Тебе указали? Да, да. Это мы, наверное, справились. Действуй. Электрификация. Газификация. Где? Путешественник. Что я когда? На плюс. Это человек? Передача? Географическая на Пламе, Индия. Локация. А, которого на Пламе, куда? Его зовут? Колумб. Это страна? Индия? Это дом 2. Маленький бизнес. Грязно какое-то. Море. Площадь. Море, океан. Индийский океан. Море. Какое-то море. Фактически это земное море, красное море, небесное. Северный ледовитый океан, да? Пошли гадать. На севере море? На севере, да? Баренцево. Балтийское. Балтийское. Да! Балтийское море! Больше перебирали, чем можно было. Есть ассоциации с Балтийским морем, но я боюсь, не всем присутствующим. Отметки все в нулевых отметках относительно умные солнечного. Принимается как одно, так и два слова. Кто угадал? Только.
с чем он должен быть? С молотом. С молотом тоже будет. С мафиони. Он не даст тебе бог грома. Викинга скандинавы. Но не все скандинавы викинги. Битва экстрасенсов. 15 баллов.